обсудили вопросы сотрудничества и укрепления межнациональных отношений. В Самаре 15 и 16 декабря прошли Дни азербайджанской культуры. Организаторы подготовили насыщенную культурную программу. Круглый стол на тему «Россия-Азербайджан. Вчера, сегодня, завтра», а также гала-концерт. Поздравила Лигу азербайджанцев Самарской области с 20-летием и глава города Елена Лапушкина. Ксения Баканова расскажет подробнее. В Самарской области 15 и 16 декабря прошли Дни азербайджанской культуры. События приурочили сразу к двум памятным датам – столетию лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 20-летию Лиги азербайджанцев Самарской области. У нас на межгосударственном уровне замечательные отношения и личные отношения между президентами. Они позволяют нам на территории Российской Федерации, в регионах проводить подобные мероприятия и определить нашу роль, чем мы можем внести свою лепту, чтобы эти отношения были еще лучше. Участники встречи – это представители органов законодательной и исполнительной власти Самарской области и лидеры национальных общественных организаций. Временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Самарской области Наталья Катина передала поздравления от имени губернатора Дмитрия Азарова. Лига азербайджанцев Самарской области на протяжении 20 лет показывает пример эффективного сотрудничества с органами власти и общественными объединениями ради упрочения народного единства в региональном сообществе. Завершился праздник гала-концертом с участием духового оркестра Самары и азербайджанских творческих коллективов. Ксения Баканова, Елена Чернявская, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События.